Сборная России потерпела второе поражение на Кубке мира по регби в Японии, уступив в своем втором матче команде Самоа 9-34. В первой половине игры самоанцы открыли счет после попытки Алапати Лейва. Затем Юрий Кушнарев дважды реализовал штрафные удары, благодаря чему россияне отправились на перерыв, ведя в матче 6-5. Однако во второй половине игры соперники российской команды занесли еще 5 попыток, 2 из которых с двухочковыми реализациями. Сборная России смогла ответить лишь еще 3 очками в исполнении Кушнарева. У команд Самоа, Ирландии и Японии по 5 очков. Сборная России занимает последнее место в турнирной таблице.